На-н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 а. Ой, а мы уже записываем? Привет, друзья, добро пожаловать в House Flipper. Вы посмотрите, какую красоту подвезли нам в честь зимних праздников. Посмотрите, какой шикарный дом. И да, мы с вами начинаем не из моего дома, потому что я уже переехала, записала серию с переездом, и тут бац! У нас обнова. Так что сегодня мы с вами будем делать ремонт вот в таком вот шикарном особняке. Давайте пробежимся, посмотрим. Тут что, окна повыбивали? Или что это такое? Достать снежную лопату? Слушайте, как интересно. Мы сейчас тут снег будем убирать. Подожди, а можно я пробегусь тут как-то посмотрю? Смотрите, какой офигенный дом. Слушайте, я хочу его себе оставить. Я его не продам. Это будет мой дом. Но мне он очень нравится, ребят. Вам же он тоже нравится. Вы же его тоже лайком поддержите. Итак, мы с вами заходим, попадаем вот в такую вот шикарную гостиную. Кстати, как вы думаете, когда будет лето, этот дом тоже будет в снегу? Ну, хотя, почему бы и нет. Далее мы с вами проходим, я бы здесь включить... Ну, в принципе, может, елочка и так пусть постоит. Здесь можно, например, столовую разместить. Смотрите, какой офигенный вид! Здесь у нас, наверное, будет телевизор, скорее всего. Надо как-то тут аккуратненько пройти. Аккуратно, аккуратно, аккуратно проходим. Так, стоп. Там у нас столовая. А здесь можно, знаете, поставить несколько таких вот кресел. Так, давайте я буду сразу же, наверное, убирать, потому что я не могу пройти обратно. В общем, что такое удерживать? Так я и удерживаю. Удерживаю же, удерживаю. Все, можем пройти. Нет, не можем пройти. Давайте все-таки это все раскопаем. Там можно поставить несколько таких вот больших объемных кресел, чтобы можно было посидеть, попить чаек, кофеек, посмотреть на эту шикарную погоду. Хорошо, что мы с вами находимся внутри. Вау, смотрите. А у нас здесь получается огромная коллекция и сноубордов, и лыжи есть. Слушайте, ну здорово. И здесь мы с вами выходим, получается, вон тудашеньки. Движемся дальше. Значит, здесь у нас проход на кухню. Давайте сразу потихоньку убирать что-то. Я вам, конечно, сейчас смогу показать, до чего-то мы добраться сможем только после того, как поубираем, потому что вы видите, что снега здесь намело очень много. Слушайте, а где разбитые окна? Откуда оно все намелось? У меня такой вот очень большой вопрос. Очень-очень большой. И, кстати, сразу вам хочу сказать, что в игре помимо нового дома появилось огромное количество мебели, связанной с Новым годом. Поэтому я так понимаю, что сегодня у нас будет прям супер-пупер новогодний House Flipper over 9000. Ребят, ну мне вообще нравится. Я бы только кухню, наверное, поменяла. Мне кажется, что сюда подойдет какая-то суперсовременная кухня. А так, в целом, ну, я не знаю, доски, наверное, вот эти вот на полу менять не надо. Мне нравится, как оно выглядит. Надо, конечно, эту мебель попродавать. Давайте продадим. Но я это точно все использовать не буду. Камни? Откуда оно все сюда попало? Как оно вообще сюда попало? Надо продавать, 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 и я лучше новую куплю. Продаем. Так, я вас вообще не спрашиваю, что вам нравится, что не нравится. Это мой дом. Слышь, приходят, как обычно, ко мне в гости и начинают вот это смотреть. Так, подожди, мне снежная лопата нужна. Снежную лопату. Начинают мне рассказывать, нам тут нравится, нам тут не нравится, поубирайте. Ребят, там подарок валяется. Там же подарок валяется, это мои подарки. Это кто-то пришел в дом нашего миллионера и решил развалять тут все. Вы представляете, здесь нет снега. А это что, по-вашему? Это не снег? Давайте попробуем ручками, ручками, ручками. Все это делается быстрее. Убираем, убираем, убираем. Пропылесосить надо будет. Слушайте, как вы думаете, эта елка вообще как? Ее, наверное, лучше продать? Или она так и должна выглядеть? А подарки? Подарки мои, мои подарки, моя прелесть. Давай сюда, сюда. Короче, пойдем дальше. Я же говорила, что я это все еще поубираю. Будет у нас поудобнее здесь передвижение. Тут у нас ванная комната. Ну, в принципе, более-менее мне нравится, как тут все выглядит. Я бы только, наверное, душ добавила бы и все. Закрываем. Здесь у нас что? Здесь прачечная. Слушайте, как удобно. Прачечная есть. Вау, ребята, это спальня, да? Это же спальня? Скажите мне, пожалуйста. Ну, скорее всего, это будет спальня. Идем дальше. Закрываем. Передвигаемся. А тут свет есть? Да. Тут есть светильники, очень даже неплохие. Выход на задний двор, ребята, как красиво. Какая красота. Так, возвращаемся. У нас как раз снег выпал, поэтому я не могу не нарадоваться. А здесь у нас большая ванная. Слушайте, вот это хорошо. Вот это хорошо. И ванная. И душевая, прям то, что надо. Там мы с вами были. Поднимаемся наверх. Опять эта елка. Она какая-то облезлая, не? Мне кажется, что эта елка с прошлого года стоит. Открываем, выходим вот сюда. Смотрите, как искрится снежок. Ребят, я хочу построить этот дом 74. Я думаю, что наверняка уже это кто-то написал. Движемся сюда. Тут у нас тоже мои подарочки, моя прелесть. А здесь у нас еще больше комнат. Ванная. Ну, кстати, смотрите, на втором этаже почти комнаты не пострадали. Тут у нас, ничего себе, два шкафчика. Классно. И еще одна спальня. Но мне, честно говоря, спальня... Помыть окно. Ну, давай помоем. Ну, все, куча снега я поубирала. Окна я помыла. Теперь давайте помоем пол. Кстати, а здесь нам ничего не надо делать? Ну, да.
Выйти на улицу, когда на улице минус, и поливать из шланга. Разумное решение, Даша, в принципе, очень разумное. Что у нас здесь? Здесь у нас, в принципе, более-менее чисто. Кстати, заметьте, какого-то прям совсем разгрома здесь нет. Помните, у нас после вечеринок тут такие разгромы бывают, что даже страшно становится. Здесь нам тоже, видимо, делать нечего, но я все равно хочу какие-то диванчики поставить. Где грязь? А где здесь грязь? Скажите мне, пожалуйста, где грязь? Она вроде бы здесь есть, уже ее здесь нет. Спускаемся. Кстати, будьте осторожны, на вот этой лестнице можно застрять. Давайте вернем лыжи на место сразу же. А ну-ка берем и что, я их не могу поставить? А почему? Почему я их не могу разместить? Ну, не хочешь, как хочешь, я просто здесь рядышком их положу и все. Значит, у нас будет раз, потом берем два. Очень странно, вроде бы те можно поставить, эти нельзя. Ну, окей. Тебя мы тоже сейчас перенесем. Давайте, наверное, как-нибудь, ну, лучше рядышком. Я-то думала, мы их по-разному разместим. Я не знаю, может быть, мы этот дом и продадим. Посмотрим. Мне он, по крайней мере, очень сильно понравился, но мы же с вами не жадные. Мы же не совсем прям жадины-жадины. Давайте продадим вот эти вот пуфики, потому что, мне кажется, они какие-то грязноватые. Я лучше новые здесь поставлю. Убираем, убираем. Смотрите, как тут сразу красиво и чисто. Все подарки поразбрасывали. Вот тут у нас битое стекло. А, нет, не везде заменила. Не везде получилось заменить эти стекла. Это что, у нас свет так падает? Как красиво. А, нет, это у нас не свет падает, это у нас окна меняются. Эх, а я уже размечталась. Что у нас здесь по мусору? Давайте мусор поубираем. Это что такое? Это какие-то тряпки, и тряпки тоже убираем. Убираем, 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 убираем. Битое стекло. Здесь надо еще хорошенько прибраться. Да я знаю, спасибо, Кэп. Я и без тебя знаю, что здесь надо прибраться. А я думала так оставить, что вам газеты старые не нужны. Всем нужны, а вам не нужны. Я эти книги, думаю, верну потом на место. У нас здесь будет обязательно какая-нибудь полочка с книгами. Вот тут, ну смотрите, просто идеально впишется огромный телевизор. Поэтому часы мы с вами повесим. А, здесь телевизор? Нет, здесь у нас телевизора не будет. Ну, можно, конечно, его тут оставить, такой, знаете, маленький. Но я бы здесь вообще повесила бы проектор. Согласитесь, классно было бы посидеть вечером. Там у нас камин, тут у нас проектор. Ну, мне нравится, мне кажется, что это хорошая идея. О, тут у нас, подождите, еще разбитая дверь. Давайте поменяем эти двери. Кстати, в этом доме поменять двери можно. А вот вы увидите одну из серий, там просто беда с этими дверями. И я прям аж расстроилась, что ничего не могу с ними сделать. Тут я вижу тоже у нас какая-то грязь, вытираем, вытираем. И еще раз вытираем. Но вроде бы здесь чисто. Вот тут какая-то грязь, а где-то грязь. А, вот, на полу было. Вроде бы я все поубирала, нет, не все. Слушайте, бегаешь, 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 понимаешь, что все равно находишь где-то какие-то пятнышки, какую-то хренотень. Здесь мы поубирали, что на кухне? Ну, на кухне надо, наверное, убрать вот эти вот коробки из-под пиццы, вот это протирать. Все? Ну, кухня тоже, в принципе, более... Не, ребят, ну я хочу новую кухню. Хочу продать вот это вот все. Продаем, продаем. Я бы, наверное, оставила только вот эти вот все вещи. Ну, в плане баночки, скляночки и прочее. Но я здесь хочу новую кухню. Ой-ой-ой, я чуть не забыла про вот эту комнату. Смотрите, как оно. Вот, видите? Надо достать снежную лопату. А я что-то совсем про нее забыла. Я почему-то думала, что это же у нас выход на улицу. Это нифига не выход на улицу. Здесь, как вы видите, такая вот полугостиная. Мы можем либо здесь организовать, кстати, тогда guest room, если наверху у нас будет master bedroom. Я пока еще не решила. Но я бы здесь хотела спальню. Мне кажется, что здесь будет шикарная спальня. Видите, у нас и вид такой открывается. И вообще все выглядит очень круто. Только надо это все продать. В смысле открыть? Куда открыть? Тебя продать надо, а не открывать. Продаем. О, кто-то тут, конечно, устроил нам несладкую жизнь. Смотрите, какая проблема. А может быть, тут лавина была, слушайте. Я уже думаю, может быть, тут на самом деле, там, я не знаю, мы же возле гор находимся. Может быть, сошла лавина, и все. И вот все у нас покрылось таким вот снегом. Страшно, конечно, выглядит. Ну ладно, ничего, мы справимся, что мы с вами отчаиваться будем. Убирай, пожалуйста. Убирай вот это все, продаем. Продаем испорченный диван, вот эти вот все картины, вот эти папочки. Можно, конечно, здесь классный кабинет организовать. Но я не знаю, не знаю, ребята. Мне нравится мой новый дом, который я отремонтировала. Хотя этот дом мне нравится больше. Предлагаю начать с кухни. И давайте посмотрим, что у нас появилось в игре. Переходим с вами в мебель, потом у нас кухня. И как видите, деревянный кухонный сет «Снеговик» — это как раз то, что у нас появилось в игре с этим обновлением. Я бы хотела взять, наверное, может быть, какой-то немножко другой цвет. Давайте, может быть, возьмем красный или вот такой вот алый. Слушайте, давайте красный, давайте красную кухню. Хочу себе красную кухню. Красную с вот таким вот кремовым, с кремовой столешницей. Деталь. В принципе, меня все устраивает. Давайте купим прямо сейчас. И поставим ее где? Давайте вот здесь, наверное, попытаемся сейчас так вот аккуратно разместить. Хотя, я не знаю, влезет она у нас здесь или нет. Давайте, наверное, вот так ее поставим. Так, аккуратно, аккуратно. Здесь у нас, наверное, будет угловой какой-нибудь столик.
Давайте посмотрим, у нас же там появились... Ну куда, какие кресла, какая гостиная? Что же у нас вот этот баг дурацкий все время появляется? Хочу сразу же взять вот такой вот островок, и давайте тоже возьмем красный, и берем кремовый. Знаете, а мне нравится. Ручки и столешница. Подождите, а столешницу тоже давайте красный. Вау, смотрите, какая стильная у нас сразу столешница. Я поставлю ее вот здесь. Или давайте в углу. Давайте, наверное, в углу. Мне кажется, так будет чуточку удобнее. Только сейчас мы ее ровненько поставим. Хотя она и так ровно стала. Ну, чтобы, знаете, можно было и здесь пройти. Здесь места очень много. А здесь можно холодильник. То есть, в принципе, нам места особо здесь больше заполнять и не нужно. Давайте посмотрим, что у нас из холодильников. Электроника, ванная нас не интересует. Мебель. Мебель же, по-моему, да? Кухня. Раньше у нас все было в электронике, а теперь уже, видите, все рассортировали. Вот, смотрите, холодильник-снеговик. То, что мне нужно. Давайте огромный вот такой вот белый. Да ладно, ты не влазишь. Ну, тогда мы тебя вот здесь поставим. Вот здесь мы тебя разместим, чтобы было удобно открывать. Ну, тогда там можно поставить мусорное ведро, например. Либо мы можем с вами сделать проще. Мы возьмем вот такой вот угловой шкафчик. Угловой, подождите, у нас... Да, есть темный угловой. Нет, подождите, подождите, мне не этот нужен. Или этот, этот или не этот, этот. Давайте, наверное, или вот этот взять. Давайте, наверное, вот этот возьмем. Красный и кремовый. Посмотрим, что у нас из этого получится. Ну вот так мы можем его разместить. Да ладно, ты не влазишь? Да ты что, издеваешься? Сколько тебе не хватает? Чуть-чуть не хватает. А может влезет? А ну давай проверим. Тебя еще чуть-чуть нельзя туда? Ну чуть-чуточку. Чуть-чуточку, нет. Можно. Можно, ребята, вроде бы влазит. Да ладно. Да ладно. Стал. Смотрите, как перфект у нас получилось. Теперь давайте, наверное, какой-нибудь шкаф наверх повесим. Шкаф наверх. Шкаф наверх, шкаф. Верхний шкаф. У нас же есть верхние шкафчики? Верхние шкафчики? Нет, я хотела бы именно целый... О-о-о-о-о. Давайте вот этот возьмем, он как раз мне очень нравится, такой красный. Слушайте, какая у нас сразу же такая вот настроение, атмосфера появляется. Давай совсем вплотную. Оп-оп. Давайте вот так и повесим. Все, нам осталось только какую-нибудь вытяжку, ну и в принципе, такая вот базовая кухня у нас готова. Да не туда даже. Давай в мебель. И затем нам с тобой нужно в кухню, а потом нужно в электронику. Мы же с вами наверняка что-то печь готовить будем. Готовка, га-га-га, нет, не га-готовка, а нам нужно, наверное, вот такую вот вытяжку. А, все, она идеально сюда вписывается, смотрите. Иди, перфект, перфект вытяжка, я могу сразу же ее включить. Слушайте, ну красота. Теперь давайте вернем всю мебель на место. Я хочу, наверное, вот где-нибудь здесь поставить... Наверное, здесь поставим микроволновку. Потом кофемашина, это самое нужное на кухне, ребят. Самое, ну, как человек, который все время пьет кофе. Это что? А, это хлебница, я почему-то думала, что у нас ведро перевернулось. Как человек, который все время пьет кофе, я вам говорю, кофемашина, это первое, что нужно всегда ставить на кухне. Ставим, конечно же, вот эти вот досочки. Досочки у нас сюда, ножи, ну, ножи, кстати, возле, наверное... Вот здесь мы разместим, у меня тоже так ножи стоят. Берем потом тостер, ну вот здесь у меня тостера нет, но пусть будет. Потом ставим вот тут чайник, готовим чаечек себе какой-нибудь, чтобы попить. Тебя мы тоже забираем, наверное, поставим сушилку вот здесь. Слушайте, а неплохо получилось, небольшая такая комната, ну то есть небольшая же у нас кухня, смотрите, вышла. А кофемашина вот здесь, вот, отдельное место... В смысле? Для кофемашины. Можно какие-то баночки сейчас вот здесь где-нибудь по... Да что ж такое, почему ты не берешь эти банки? Вообще я вот здесь поставлю, будем считать, что это сахар. Потом это баночка с кофе, а это баночка, ну, с чаем. Может быть у нас тут чаечек. Слушайте, ну неплохо так, неплохо. Давайте, может быть, парочку барных стульев поставим. Есть у нас красный, вы чего? О, ребята, смотрите, как здорово. Один стульчик здесь, один стульчик вот здесь. Все, мне нравится. Теперь давайте возьмем какой-то большой стол, огромный стол, и сможем организовать у нас тут сразу же и столовую. Переходим. Стол, вот самый-самый большой стол, который мы с вами видим. Блин, вот этот можно взять. Но я не уверена, что он большой. Серый дуб, по-моему, это как раз одна из новинок, которая появилась. Можно взять вот такого вот цвета, можно вот этот, но я не очень хочу. Кедр тоже не хочу. Может, бразильский орех? Слушайте, давайте возьмем... Да куда ты полез? Орех ты бразильский мой, куда? А, вот эти, вот красный, вот этот стол, ребята, все, покупаем. Ну, он, конечно, не самый большой, но, в принципе, можем его взять. А стулья? Теперь такой у меня к вам вопрос, а стулья есть подходящие? Вот это, что ли? Кремовый.
Хотя, кстати, можно было бы... Вот, ребята, у нас прям целый набор выйдет. Правда, стул какой-то маленький, по-моему. Ну да ладно. Ничего страшного. Поместимся. Подберем все наши конечности и прочее, все выпирающие части и поместимся. В смысле, слишком мало места? Да вы что, у нас огромная комната, каких мало мест? Можете меня поздравить, я нашла елки, но я не знаю, небольшие вообще, 28, ну мало, маленькие какие-то у нас елочки. Эльку, о, 36, елка С. И что? О, не что, а о. Давайте вот здесь у нас обязательно будет елка. У нас будет много елок в нашем доме. Ну, я не знаю, вот это вообще елка или это у нас испорченная елка? Я просто не уверена. Первые рождественские шарики растения. А, можно поменять цвет, ребята, какая красота. Слушайте, ну я в восторге. Я в восторге от этих новогодних нововведений. У нас есть еще вот такая вот симпатичная елочка. Давайте, может быть, у меня в кабинете тоже поставим елку. Давайте синий, пусть у нас будет гирлянда. Третьи рождественские шарики. Ну, разных цветов возьмем. Пусть у нас будет... А вот, смотрите, можно выбрать, какая у нас будет елочка. Хочу беленькую. Слушайте, мне нравится беленькая. Такая вот серебристая звездочка. Мне кажется, что... Вау! Отличная елка! Я несу елку к себе в кабинет! Я несу елочку! Я хочу, чтобы у меня была в кабинете красивая елочка, чтобы люди ко мне приходили и говорили: вау, какая у вас елка! Я буду говорить: да ладно, небольшая же елочка, красивая. Красота, ребят, мне нравится. Теперь давайте займемся гостиной. Я думаю, что мы с вами сразу же повесим экран для проектора, потому что потом будет как-то, наверное, сложно это все разместить, сразу же соединить. Вот, вешаем здесь экран. И давайте сразу же вот эту вот перевесим лампу, потому что она нам будет немножко закрывать весь вид. Переходим в проекторы. Проектор. Проектор, ты где? Вот, проектор. Возьмем, наверное, такой вот серенький, серо-беленький, разворачиваем. И как тебя повесить так, чтобы красиво было? Давайте вот здесь, оно включаем. И что? И что это за кривая картинка? Можно тебя как-то... отрегулировать, отредактировать, повесить тебя как-то по-другому. Слушайте, а как тебя повесить-то? Давайте вот немножко вот сюда, в бок, может. Ну, вот так попробуем. О, вроде бы нормально. Ну, вроде бы почти показывает. Ребят, будем считать, что показывает. Здесь я все-таки хочу поставить какой-нибудь шикарный, огромный диван. Эти мы уже с вами много раз использовали. Давайте, наверное, возьмем вот этот вот красненький. Вот этот хочу взять. Кстати, как раз красный, то, что мне и нужно. Вау. Слушайте, шикардос. Только раз у нас здесь вход, давайте мы его как-то вот здесь разместим. Или мы поставим... О, мы его поставим вот здесь, наверное. Слушайте, а тут как-то грустно стало. Получается, что у нас нет кресел, подходящих под этот диван. Поэтому я решила взять вот такое вот кресло-качалку. Давайте раз вот здесь поставим. И вот здесь еще одно креслице. Слушайте, ну уже мне нравится, уже уютно. Осталось добавить, конечно же, финальный штрих в виде очень красивого ковра. Вы же знаете, коврики решают, коврики всегда все решают. И мне нужен ковер какой-нибудь, слушайте, мне вообще скандинавский какой-то. О, ковер из шкуры быка, из шкуры коровы. Можно, конечно, взять вот такой вот классический голубой, в принципе, достаточно неплохо выглядит. Но мне хочется что-то такое вот более серо-непонятное. Непонятную серость какую-то здесь постелить. Серый, а вот это у нас есть? А, это у нас просто волны, я надеялась, что, может быть, эти волны серые. Серая серость, ладно, возьмем, наверное, какой-нибудь вот такой вот коврик. Прямоугольный. Ну, в принципе, вот, смотрите, он неплохо здесь разместился. Я бы хотела какой-нибудь лакшери светильник. Ну, в смысле, красивый светильник. Назад переходим с вами. Назад говорю тебе, что с игрой произошло. Мы с вами можем взять какой-нибудь очень красивый светильник. Можно вот этот? Кстати, давайте вот такой светильник. Серый в полосочку. Не, просто белый. Или кремовый. Стоп, нормально. Внутренность абажура пусть будет, наверное, тоже кремовая. О, давайте вот такой. Вот такой классический светильник, но в то же время, а где нам его поставить? У нас тут всякие... А, вот здесь мы его поставим. Вот, включаем свет, все красиво, уютно, супер, бомба. Теперь перейдем вот сюда. Здесь я тоже хотела поставить маленький столик, здесь такой, знаете, кофепитие. Хочешь попить кофе, можешь здесь попить, можешь возле камина попить. Слушайте, вот такое ощущение, что мы с вами подстраиваем этот дом под любителей кофе. Ну, простите, пожалуйста, можно, конечно, взять сюда чашечку чая. Тут неважно, чай, кофе, главное просто насладиться прекрасным видом из окна. А есть какие-то маленькие столики? Ну, совсем маленькие. Мне нужны ваши дуры здоровые. Это ж дура здоровая. Кедр, шмедр. Белое дерево. Ну, кстати, можно вот такое вот белое дерево? Тогда мы с вами по-другому делаем. Елочка, прости. Елочку мы тебя переместим. Елочку. Подарки идет. Раз, потом подарок два, потом подарок три. А вот там в уголочке... А у нас там дверь! Можно вот этот взять? Вишня, белое дерево. Ну и тогда можно серый.
Вот смотрите, ставим раз, потом ставим два, и на улицу выйти можно, и посидеть здесь можно, и красота настоящая. Нам нужен здесь какой-то простенький диван, но тоже красный, то есть уже без этих всех поворотов, я думаю. Первый цвет желтый, второй цвет тоже можно желтый, можно цветной. Давайте, может быть, светло-голубой. Ну, давайте, наверное, лучше белый. Потому что я не хочу никакие бубочки. Давайте, о, вот так и поставим. Примерно вот так, мне кажется, будет нормально. Оп-оп-оп-оп-оп. И еще, о, все. Отлично, ребят, садитесь, смотрите. Здесь фильмец рождественский, новогодний. Теперь мне нужно еще добавить обязательно что? Мне нужна мебель. И мне нужно... Нужно, опять-таки, гостиная. Нам нужен какой-нибудь столик. Куда мы можем разместить стеллажи-столики? Куда можем эти книжки положить, еще что-нибудь перенести? Что у нас есть за столики? А новых у нас нету, правильно? Новых у нас нет, можно вот этот взять. Мне так нравятся эти столики, я много раз их видела в инсте, они такие красивые. Теперь предлагаю заняться моим кабинетом. Я решила разместить у себя камин, мне кажется, что он здесь идеально впишется. Возьмем, наверное, какую-нибудь красивую картину. Картина, кстати, жалко, что у нас картин нет, каких-то симпатичных, тематических картины. Можно повесить просто какой-нибудь вид, можно повесить какой-нибудь постер. Я думаю, что мы возьмем именно картину, потому что можно было взять абстракции, которые у нас были. О, первый снег, ребята, первый снег, то, что нужно. Давайте, может быть, вот такой вариант повесим. Все, супер, вот здесь мы как раз и размещаем. Давайте свет включим. Слушайте, ну здорово, мне нравится. Теперь нам нужен какой-то диван, мебель, диван. Где у нас гостиная? Слушайте, вот как поменяли сортировку, так я теперь путаюсь. Диваны. Я хочу взять какой-нибудь небольшой уютный диванчик. Слушайте, может вот такой? Нет, но он не небольшой. Можно вот этот взять, красный есть. У нас опять все бежевое, серое, бежевое. Давайте вот этот возьмем, вишня. Ну тут тоже все бежевые. Можно взять вот этот. Нет, нельзя его взять. Можно взять вот такой темный диван. Как вы думаете, он вообще нам подойдет по размеру здесь? Основание, давайте красное. Вот подушки, подушки, нет, вот эти возьмем. Первый цвет, второй зеленый. Ну, можно какие-нибудь вот такие, коричневые, синие. Ну, не знаю. Хотя, в принципе, такой яркенький, веселенький. Нормально, впишется. У нас Новый год, у нас все должно быть яркое, красивое и позитивное. Я думаю, что я все-таки сюда перееду. Ну, вот все-таки, наверное, мы сюда переедем. Ну, вот как-то мне этот, знаете, дом так запал в душу. Я уж сколько уже здесь бегаю, как-то вот прям, ну, не могу я его оставить. Нет, давайте вот такой лучше возьмем. Темный не хочу, давайте белое дерево. И давайте, наверное, возьмем, ну, в принципе, ножки нормальные, столешница нормальная. Поставим его, знаете, где? А вот здесь. А вот здесь у нас будет стоять столик. Вот здесь. А вот тут мы можем поставить, например, какой-нибудь стеллаж. Подождите, а где мои двери? То что, двери? Я двери так и не поставила? Ой, молодец, Даша, молодец. Ой, неудивительно, что ты двери не поставила. Только я не помню, какие. Вот эти, по-моему, мне нужны, да? Черные с белым. Ну, конечно. Двери разбили, а кто ставить будет? Ну, наверное же, не я. Возьмем какой-нибудь классный такой, очень удобный стульчик. Давайте, может быть, вот этот как раз красного цвета. Смотрите, как стильно, модно и уютно. Все, здесь мы поставим наш ноутбук. И я хочу на заднем плане что-нибудь красивое, праздничное. Праздничное. Давайте повесим, может быть, вот такие вот декоративные подвесные лыжи. Одну штучку можно здесь, другую можно на другой стенке. Возьмем раз и разместим все. Заходите, у нас как бы Новый год, вам тут должно понравиться. Я думаю, что вам будет уютно. Смотрите журналы, выбирайте, заказывайте у нас ремонт. Скидка 10%, если закажете прямо сегодня. Столовая, гостиная. Мне нужно какой-нибудь, наверное, столик поставить. Хотя нет, давайте не столик, я просто сбоку хочу разместить, ну, хотела разместить столик, но думаю, что там мы лучше с вами поставим, наверное, тумбочку небольшую. Тумбочка, прикроватные шкафчики. Мы можем с вами взять, например, шкафчик прикроватный. Ну, можно вот этот взять, например. Вот тут мы рядышком его поставим, можно как раз сюда какие-то журналы положить. И здесь наши заказчики могут это все рассматривать. Небольшой коврик. Вы знаете, что коврики это то, что нужно. Особенно вот такую вот зимнюю пору. Мне кажется, что коврик какой-нибудь тепленький, ты на него ножками становишься, и так сразу уютно, здорово. Я думаю, что тоже возьмем, наверное, какой-нибудь вот такой. Серенький, ну красный не хочу, у нас много красного, давайте серый. И вот здесь как раз мы его разместим. Туда можно какой-нибудь торшер бабахнуть, и все, и будет бимба, самая настоящая бимба. Торшер, ну наверное возьмем такой же торшер, как и в гостиной, потому что я вроде бы хотела, конечно, какой-нибудь из вот этих вот торшеров, но...
Нет, нет, нет. Мне кажется, что лучше такой вот классический торшер, он сюда идеально подойдет. Либо можно вообще вот такой. Давайте вот такой вот высокий торшер, а ну-ка включаем. Вот, смотрите, какой симпатичный шарик у нас тут стоит. А на стол я могу маленький шарик поставить. А, смотрите, как здорово. Ставим вот такой вот столик, точнее столик. Вот, все. Можем вот этот свет выключить. И видите, у нас тут светится вот такой шарик, тут у нас такой шарик. Ну, в принципе, рабочий кабинет я еще, конечно, доработаю, но более-менее уже готов. Я хочу здесь разместить какой-нибудь диван. Диван. Можно вот этот взять диван. Слушайте, ну красивый же он, классный такой, уютный. Темно-серый, не хочу. Серый кофе, коричневый. Коричневый кофе. Давайте попробуем коричневый кофе. Раз красного нет, пусть будет коричневый кофе. Только вот куда тебя поставить, чтобы ты не перекрывал мне окна? Можно здесь один диванчик. И второй можно, например, вот здесь. А вот в этой части я бы разместила, например, столик. У нас же есть какие-то красивые столики. Мебель, столы, все, супер. Можно взять стеклянный, но я бы, наверное, взяла деревянный. Мне кажется, что лучше деревянный. Белое дерево, вот, смотрите. Мне нравится. Можно поставить... А, подождите, это какой столик? Это какой столик? Столик. А мне нужен столик, который столик. Ну, в смысле, за который можно сесть. Я так объясняю, я, конечно, понимаю, что сама ничего не понимаю. Вот этот, наверное, да, будет побольше. Темно-коричневый, белый. И давайте, наверное, темно-серый. Тут можно будет... Да ладно, за него тоже нельзя сесть. Хорошо, вот вам столик. Я дарю вам столик. А где взять тот, за который можно сесть? За это тоже нельзя стол. Ну хорошо, вот просто стол. Вот ты стол. Ты вроде бы стол. Вроде бы ты нормально. Да вы что, издеваетесь, ребят? За него тоже нельзя сесть. Что это за маленькие столики? Мне нужен побольше. Вот этот. Давайте елу посмотрим. О, ела! Ела подходит! Елку поставим! Вот здесь, вот она как знала, эта елка. Только жалко, что ее нельзя было, например, какого-нибудь черного цвета. А вот смотрите, какие у нас стульчики классные. Вот, два черных стульчика, отлично, ставим раз. Тут тоже можно почаепитить, покофепитить. Все, прекрасно. Можно будет еще, конечно, здесь зонтик разместить. Но зачем тут зонтик, я не знаю, если у нас тут будет круглый год зима. Будет классно записывать House Flipper летом. Ребята, всем привет, добро пожаловать. Нам с вами пора отправляться что-то где-то... Подождите, мне жаровня не нужна, мне нужно вот сюда. Мне нужно пойти какой-нибудь дом отремонтировать, грили. Давайте какой-нибудь маленький такой вот гриль. Хочу здесь гриль поставить. Разворачивайся вот сюда. Вот у нас как раз под крышей стоит гриль. Ну что, ребят, давайте посмотрим, каким же стал мой дом после ремонта. И да, я не планирую его продавать, он мне очень нравится. Но вот а вы как считаете, стоит его продавать или же нет? Мы с вами заходим внутрь, попадаем в гостиную, проходим чуть дальше. Здесь у нас стоит небольшой диванчик с проектором. Также еще одна елка вот в этой части дома, и здесь я поставила столик, два стульчика-креслица. Здесь можно посидеть, попить чаек-кофеек и посмотреть на шикарный вид за окном. Проходим вот сюда, здесь у нас кухня, все украшено, я тоже поставила еще одну елочку, потому что мне кажется, ну везде должны быть елки, у нас здесь много места, почему много елок не разместить? Проходим дальше, здесь у нас ванная комната номер один, и я здесь разместила душевую кабину. Движемся дальше, здесь у нас прачечная, проходим в мой кабинет. Да, ребята, это мой кабинет. Всякие картинки повесила, повесила фотографии, разместила украшения. И сейчас нам нужно будет сюда перенести ноутбук. Закрываем двери. Так, не надо меня дверью хлопать. Не надо так делать. Проходим в эту часть. Здесь у нас находится небольшая комната, где хранятся лыжи, хранятся сноуборды. И я поменяла вот те пуфики на вот такие вот серые. Движемся дальше, выходим. И попадаем в еще одну ванную комнату. Я решила ее не менять, потому что мне кажется, она просто шикарная, и смысла менять ее просто нет. Здесь у нас выход на задний дворик. Поднимаемся наверх. Я решила вот эти елки поменять. Я не знаю, я на них смотрела. Они на меня тоже смотрели. И мне кажется, что с ними что-то не так. И, кстати, ребят, у меня к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, я хотела на улице разместить вот такие вот туйки симпатичные. Я купила декоративные горшки, и почему-то эти туйки посадить в горшки нельзя. Скажите, пожалуйста, это вообще можно сделать или же нет? Я решила разместить еще и вот такой вот экран на улице. Здесь у нас проектор, тут вот эти вот туйки стоят, к сожалению, без горшков нормальных. И я даже не знаю, можно это сделать, пересадить их нельзя. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а то мне очень интересно. Здесь у нас еще одна ванная комната. Движемся дальше, здесь две гардеробные. И здесь спальня, понятное дело, с шикарным апельсиновым деревом, тоже все украшенное. Выходим на улицу, здесь можно просто посидеть, насладиться видом. Или же что-нибудь вкусное приготовить и тоже посидеть и насладиться видом. И скушать что-нибудь вкусное. Ну что, ребят, я предлагаю сюда переехать. Мне кажется, что лучше мы так с вами сделаем.
Нам нужно перенести офис сюда. Осталось разместить ноутбук, и все, друзья мои, этот дом принадлежит мне. Мне кажется, что он получился очень классный, очень уютный. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого домика, как он вам понравился или не понравился. Ну, а я буду с вами прощаться, ребят. Я надеюсь, что у вас отлично пройдут праздники, хорошего вам настроения, добра, позитива. До скорых встреч. Пока-пока. The sky was falling.